Привет, дорогие подписчики, и привет всем, кто смотрит мои видео. Как мы знаем, антифризы существуют разных цветов и оттенков. Японские, американские и немецкие фирмы предлагают продукцию, подкрашенную всевозможными химическими маркерами. Какую информацию несет цвет охлаждающей жидкости и как правильно ее выбрать? Автомобильные антифризы состоят из смеси воды и этиленгликоля или нетоксичного пропиленгликоля. В состав также входят пакет присадок, дающих охлаждающую жидкость антикоррозийными и антикавитационными свойствами. Они защищают систему от ржавчины, а рабочую жидкость от локального вскипения при резких скачках давления. Цвет антифриза на технические характеристики влияния не оказывает и используется исключительно для маркировки продукции. Этиленгликол – это токсичный яд, который имеет похожий на воду или на спирт вид. Для предотвращения несчастных случаев принято решение подкрашивать его в яркие предупреждающие тона. Кроме того, различные расцветки применяются для определения разных сортов продукта, а также для придания ему флуоресцентных свойств. Если возникла утечка охлаждающей жидкости из моторного отсека, то ее легко определить по образовавшейся цветной лужнице. При освещении подкапотного пространства ультрафиолетовой лампой жидкость начинает светиться. Обнаруживается место протечек. Классификация антифризов европейского производства. В России приняты европейские стандарты, разработанные альянсом компаний, которые входят и Volkswagen. На немецкие и российские машины идут классы жидкости G11, G12, G12+, и G13. Каждый антифриз применяется для того или иного мотора. К примеру, самый распространенный тип G11 разработан для атмосферных силовых агрегатов. Он чаще всего имеет зеленый цвет. Антифриз G12 применяется для высокооборотистых и температурно нагруженных двигателей с турбонаддувом. Его делают красного цвета или в розовых оттенках. Такую жидкость используют на своих машинах компании Ford, Renault, Hyundai, Kia, Volvo и прочие автопроизводители. Антифриз G13 разработан для форсированных или спортивных двигателей, автомобилей и мотоциклов. Он имеет желтую или оранжевую окраску. В отличие от других сортов, он содержит пропиленгликол, отчего менее токсичен и более дорог. Смешивать эти антифризы друг с другом нельзя. В случае замены антифриза одного класса на другой рекомендуется сначала промыть систему охлаждения. Японские и американские цвета антифризов. Японская классификация охлаждающей жидкости не имеет ничего общего с европейской. Цвета антифризов, произведенные в Азии, указывают на их температурную стойкость. Красный, к примеру, рассчитан на температуру замерзания минус 30 градусов, зеленый на минус 25, а желтый может работать на морозе до минус 20. Японские производители также используют дополнительную европейскую маркировку, по которой понятно, какой европейский аналог можно брать. К примеру, для моторов Subaru или Nissan подойдет и немецкий антифриз G12. Для американских низкооборотистых атмосферных двигателей
изготавливаются нитритные охлаждающие жидкости, которые запрещены для продажи в Европе. Они содержат вредные вещества, признанные в Европе канцерогенными. В США нет строгой цветовой типологии в отношении антифризов, благодаря чему каждый производитель подкрашивает свою продукцию, как ее вздумается. Как уверяют специалисты, смешивать немецкие, японские и американские антифризы нельзя. Использование различных химических присадок приведет к изменению свойств продукта. Ну и в конце видео просьба подписаться на канал, жмите на колокольчик, комментируйте и спасибо всем за внимание.